Чтобы в 2014 году везение и удача не покидали вас, предлагаем сделать символ года своими руками, а точнее текстильную ароматическую куклу-лошадь. Для изготовления такой игрушки нам понадобится бумажная выкройка лошадки и кусочек белой ткани. Простым карандашом нужно перевести выкройку на светлую ткань, свернутую пополам. По линии прошить заготовку тонким стежком, чтобы потом игрушка крепко держала форму. 4 сантиметра на отрезке нужно оставить, чтобы потом легко вывернуть выкройку на лицевую сторону. Вот наша заготовка из ткани готова. Теперь ее нужно вырезать близко к шву. Заготовку можно вывернуть при помощи карандаша, ручки или деревянной шпажки. После этого лошадь нужно набить синтепоном или ватой. Лошадка готова. Сейчас мы сделаем петельку для того, чтобы ее красить кофейным раствором. Такой ароматный красящий раствор можно сделать из какао-порошка, растворимого кофе, корицы, горячей воды и клея ПВА. В краску можно добавить ароматные наполнители на свой вкус. Это ванилин, корица и многие другие. Игрушку нужно покрасить и повесить сушиться на пару часов. После этого покрыть краской еще на 2 слоя. Когда игрушка высохнет, она станет твердой. Такой эффект дает содержание в краске клея ПВА. Дальше можно заняться декором игрушки, например, нарисовать лошади глаза. Отличный вариант для такой работы – акриловая краска. Она ложится практически на любую поверхность. Контуром для рисунка послужит черная гелевая ручка. А из шерстяной пряжи можно сделать гриву и хвост. Теперь, когда символ года поселится у вас дома, он будет притягивать счастье и любовь. Тем более, по восточному календарю, год синей деревянной лошади наступит только 31 января.